как может какая-то некоммерческая организация подорвать Россию изнутри? Россия изнутри подрывает министра обороны, вороватый Сердюков со своими бабами. Россия изнутри подрывают вот эти в Сочи строители безобразных вот этих спортивных сооружений, которые никому никогда не будут больше нужны. Вот сейчас, не знаю, хорошо бы они не упали до Олимпиады. Значит, Россию подрывает власть, а не какие-то там несчастные эти некоммерческие организации. Что они сделали? Вот если некоммерческие организации, которые существуют уже 20 лет, подрывают Россию, ну покажите пример-то. Ну покажите, что они там взорвали какую-то электростанцию. У нас все само падает. Никакой внешний враг нам сейчас не нужен. У нас все падает само. Это что, некоммерческие организации сложили миллиарды на Кипре? Так что Кипр тонет под тяжестью русского золота. Кто это все сделал? Кто армию разложил? Кто разложил прессу? Кто это все натворил? Если бы это натворили некоммерческие организации, я бы первый сказал, на фонарь. А теперь приходится на фонарь кого-то другого приглашать.